27 лет мы катаемся, я катаюсь на горных лыжах, и за это время нам удалось создать клуб «Чидети». За это время мы в 2006 году установили на горе Чидет памятник Юрию Висбору. И горнолыжники есть в зале? Поднимите руки, пожалуйста. Несколько человек есть. Ну, дорогие друзья, горные лыжи – это религия, это не доски, это не сноуборды, это состояние души, это любовь, которая состоит в движениях. И 16 декабря я вас приглашаю, если у вас будет время, конечно, на концерт, который называется «Первый снег нового сезона», на котором я буду показывать свои новые и старые горнолыжные песни. Вот песня, которая появилась 8 лет назад. На горе Чидет есть такое культовое кафе «Ай», стеклянная шайба, где Висбор ночевал с друзьями. И мы, когда всякий раз, когда приезжаем в Эльбрусье, останавливаемся в этом приюте и утром завтракаем. Либо с видом на Эльбрус, с одной стороны этого стеклянного кафе, либо с видом на Донбасс, с другой стороны этого кафе. Хозяйку кафе звали Света Шевченко, ну а все остальное... Мы ночевали на приюте среди снегов, ветров и скал, в непритязательном уюте, где звезды около виска, где дверь красиво, мелодично поет приветствие слова, где Юрий Иосифович лично когда-то тоже ночевал. Мы много пили, много пели, забыв про грусть и роста цен, и вместе над землей летели в кафе «Хрустального кольца», и под заснеженным карнизом рождались нужные слова. И Юрий Иосифович Висбор нам с неба тихо подпевал: «Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет, время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила: не верь, не бойся, не проси, ищи друзей согласно чину, от боли вслух не голоси. От плетки, так же, как от водки, пусть не кружится голова, и в мире лучше нет находки хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет, время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, и завтрак с видом на Эльбрус, и нам лила Шевченко света зеленый терпкий чайный вкус. И мы на лыжах мчались к низу, и вновь февраль был на дворе. Юрий Иосифович Висбор нам улыбался из двери. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой, месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет, время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. На небе уже. Декабря, Гинзбург, Мухаря, большой зал, первый снег нового сезона.